коде iOS 12 нашли подтверждение о том, что Apple готовит новый плеер iPod Touch. За последние месяцы в сети несколько раз появлялись слухи о том, что Apple якобы готовится представить новую модель плеера iPod Touch. Несмотря на то, что сейчас такое устройство кажется ненужным большинству, похоже, оно все-таки появится. Упоминание о новом iPod нашли в коде iOS 12.2. Само собой, пока нет никаких подробностей, разве что некоторые утверждают, что устройство не получит ни Face ID, ни Touch ID. Можно предположить, что за аппаратную основу для нового плеера Apple возьмет какой-то из старых iPhone, к примеру, iPhone 7. Кроме того, там же обнаружили и упоминание новых моделей планшетов iPad, но тут проще, вероятнее всего, речь о новых iPad mini, о которых различные источники уже не раз упоминали. Что интересно, и iPad mini, и iPod Touch уже давно ушли с рынка, так что их возвращение интересно хотя бы с точки зрения параметров и ценообразования.